Ну что у нас плохого? У нас хорошее. Сегодня 20.08.2017. Ники, вы знаете. Ники, скажи привет. И сегодня осуществился еще один из пунктов плана лета. Даже не знаю, как показать. Он такой огромный. Народ, знакомьтесь, это шкаф. Шкаф, знакомься, это народ. Наконец-то осуществилось. Сегодня ребята его смонтировали. Это было замечательно. Он мне очень нравится. Мне все нравится. С цветом я угадала. И как сделали. Вот, в общем, мне все-все очень нравится. Вот у меня же очень длинный коридор. И он на всю длину коридора. Я его спланировала сама, так что харьковчане, кого я знаю, если что, обращайтесь. Мне очень нравится, как все было сделано, все очень аккуратно, все замечательно. Вот здесь у нас план еще остался нашего шкафчика расчетный. Вешала. Вешала внизу. Там полочка. Тяжело показать, коридор-то не широкий. Кстати, я хотела бы сказать, что в принципе проход вот остался. Я боялась, что проход будет узковат, но проход остался вполне-вполне нормальный. Я не помню, сколько здесь сантиметров осталось, но он вполне достаточный, чтобы пройти. И вот такое еще отделение. Ну вот, донизу. Так что я очень довольна. Будем работать над следующим проектом. Два часа ночи. К нам летело несчастное насекомое. Вообще не знаю, где оно взялось. Угу. Жуткий охотник. Сейчас я буду ее ловить. Только куда мне ее потом девать? Да какое-то окно резко открыть. Так, ладно. Мы пошли охотиться. В общем, я ее схватила, быстро выкинула в окно. Она сейчас щемится обратно. Вот, а Ники ее гоняет. Сейчас она высадит, блин, сетку нафиг. Надеюсь, у бабочки хватит соображения вылететь. Вернее, не войти заново. Хотя я вообще не знаю, как она попала в квартиру. У меня везде сетки. А вы не были на Таити? Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Мы только что сняли граффити. Сейчас вспомню, как его. Гамлета Зиньковского. Прикольно. Сейчас пойдем еще, может быть, по дороге. Еще, может быть, что-нибудь подснимем. Юлька. Шевелись. Привет, привет. Шевелюсь, Пусть все думают, что ты живая.